В многодетной семье Галины Галагуш из поселка Ильский случилось знаменательное событие – родилась тройня мальчишек. Поздравить семью с прибавлением прибыла начальник районного управления по вопросам семьи и детства Ирина Большакова. Ирина Викторовна вручила бабушке новорожденных внуков детские кроватки, постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Счастливая мама еще находится в больнице города Краснодара, где ждет, пока мальчики наберут вес и сил. Дружная команда под руководством Адама Шахметовича всегда приходит туда, где нужна помощь, где ждут нашей помощи и нашей поддержки. И не только тогда, когда к нам обращаются, а когда мы знаем об этом. Ну, подобное радостное событие, конечно, оно очень приятное и для всех нас очень значимое. Теперь в семье Галагуш воспитывается 6 детей. В доверчивых улыбках ребят отражается счастье нашей жизни. Они ждут добра и мира. И это добро, нежность, любовь и тепло человеческих отношений дает им семья. Тренировка по эвакуации в случае возникновения пожара прошла в торговом центре «Гагарин» станицы Северской. Сегодня в 9 часов утра в здании зазвучало звуковое оповещение о том, что сотрудникам-посетителям следует покинуть торговый центр. Силами МЧС, силами спасательного отряда и задействована была территориальная подсистема РСЧС для ликвидации условного возгорания торгового центра «Гагарин». Все посетители торгового центра были вовремя эвакуированы сотрудниками торгового комплекса, в том числе «Магнит». Включены пожарная сигнализация была задействована, также пожарные краны, проводилось тушение до прибытия подразделений пожарной охраны. Общая оценка учениям удовлетворительна. Противопожарные тренировки обычно максимально приближены к реальной обстановке пожара и сопровождаются приведением в действие имеющихся на объекте систем и средств противопожарной защиты. Цель тренировок – выработать у персонала умение идентифицировать происходящее событие с точки зрения опасности, убедиться в готовности системы оповещения о пожаре, научить персонал правилам ликвидации горения, а также оказания помощи пострадавшим. Практические тренировки по эвакуации в определенной степени позволяют их участникам освоиться в непривычных обстоятельствах, в условиях воображаемого пожара, что вполне вероятно будет способствовать их более адекватному и разумному поведению в реальной чрезвычайной ситуации. Также необходимо отметить, что наступает весенне-летний пожароопасный период. В связи с этим на территории района следует соблюдать необходимые меры противопожарной безопасности. Погода весной очень переменчива, и с усилением ветра во многих случаях даже небольшие очаги огня принимают значительные размеры и зачастую приводят к тяжелым последствиям. На сегодняшний день силы пожарно-спасательного гарнизона Северского района привлекались 66 раз. К сожалению, на сегодняшний день мы имеем одного погибшего и одного пострадавшего. В целях проверки готовности администрации к новому пожароопасному периоду отделением надзорной деятельности проводятся внеплановые выездные проверки, которые как раз таки и смогут оценить степень готовности руководства администрации, а также готовность всего поселения к новому пожароопасному периоду. Все мы прекрасно понимаем, что с наступлением тепла, установлением сухой погоды у нас возрастает риск возгорания ландшафтных пожаров, то есть сухая растительность, которая может быть вызвана как сжиганием мусора. Основной причиной возникновения пожара становится халатность и безответственность людей при пользовании открытыми источниками горения, при эксплуатации электропроводки, печного отопления. А также есть такой фактор, как детская шалость с огнем. Хотел бы предупредить людей о том, что ко всему надо относиться по-хозяйски, соблюдать требования, элементарные требования правил пожарной безопасности, иметь у себя дома тот же самый огнетушитель, что в случае возникновения какого-то локального возгорания вы могли это ликвидировать за кратчайшие сроки. Напоминаем, что в случае обнаружения очагов возгорания необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану, набрав 01 по мобильному телефону 101 или 112. 29 марта в 10:45 в поселке Ильский произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Volvo не выбрал безопасную дистанцию и допустил наезд на остановившийся для поворота автомобиль «Шевроле». После чего автомобиль «Шевроле» изменил траекторию и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем. В результате аварии пострадал водитель «Шевроле» 1996 года рождения. С переломами и ушибами пострадавшего госпитализировали в Северскую центральную районную больницу. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. В детском саду номер 26 поселка Октябрьского для юных пешеходов совместно с инспектором ГИБДД проведено увлекательное мероприятие по изучению правил дорожного движения. Обучение детей безопасности дорожного движения – одна из основных задач взрослых. Как показывает статистика ДТП, дети по-прежнему остаются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов. В нашем детском саду не впервые проводится акция «Внимание, дети». Акции по дорожному травматизму проводятся для того, чтобы с раннего детства дети знали правила
поведение на улице, на дороге, могли спокойно перейти где-то улицу правильно, что дети знают, что такое переход, что такое светофор. Проведение таких мероприятий более эффективно, если оно сопровождается практическими занятиями. Так и воспитанники детского сада в игровой форме обучались правилам поведения в опасных ситуациях, которые могут возникнуть на проезжей части, и правилам перехода улицы по пешеходному переходу. Малыши отвечали на вопросы, изучали дорожные знаки, отгадывали загадки, рассказывали стихи и сами активно спрашивали инспектора о разрешении различных дорожных ситуаций. Ежемесячно в рамках профилактических мероприятий проводим занятия с детьми дошкольных и школьных учреждений для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, для привития дисциплины детям с раннего детства, чтобы они не нарушали правила, знали правила поведения на дороге, на проезжей части. И нет-нет, иногда могли даже родителям сделать замечание, как необходимо делать правильно. Занятие получилось интересным и очень познавательным и оставило у ребят массу положительных эмоций. Такие встречи с работниками ГИБДД научат малышей правильно действовать в сложных ситуациях, возникающих на дороге. А это, в свою очередь, поможет сократить число дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Северский парк культуры и отдыха имени Пушкина – одно из главных украшений районного центра. Он полностью оправдывает свое название. Сюда приходят отдохнуть люди всех возрастов. И именно здесь проводится множество культурных мероприятий. Парк полным ходом готовится к лету. На главной аллее заменены лавочки и урны. Обрел новый дизайн аттракцион «Колокольчик». Закуплены другие аттракционы. Но главное украшение парка – это, конечно, растительность. Сейчас в теплицах уже не хватает места для цветов. Есть здесь и традиционные, такие как герань, фиалки. Но каждый год озеленители стараются найти что-то новое, чтобы порадовать и удивить всех посетителей. Это у нас новые сорта кулиуса, которые мы в этом году хотим высадить. Ну, спасибо, конечно, людям. Одноклассница моя помогла мне развести этот кулиус. Мы у нее взяли этот кулиус, почеренковали, и вот мы его развели. Мы хотим в этом году высадить его в парке. И большая просьба, конечно, гостям парка, пожалуйста. И редкие сорта. Многие очень воруют, ломают. Пожалуйста, не ломайте, не воруйте. Лучше придите к нам в теплицу, попросите, мы можем вам дать корешок. Потому что столько труда вкладывается, мы его берегли так сильно, всю зиму кахали над ним, как говорится, не дышали. И не хотелось бы, чтобы омрачилось настроение и наше, и ваше. Хотим, чтобы все любовались прелестью этого цветка. Сейчас озеленители ждут хорошей погоды, чтобы высадить все клумбы. Уже скоро пестрые цветочные композиции украсят не только сам парк, но и весь центр Северской. Всего до начала мая будет высажено около 70 тысяч цветов. Праздничный концерт «Счастливое детство» прошел в художественной школе поселка Ильский. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, представители руководства Ильского нефтеперерабатывающего завода, председатель совета ветеранов поселка Ильский Василий Данченко, родители и педагоги. Начальник управления культуры администрации Северского района Галина Куролесина поприветствовала воспитанников и их родителей. Такие учреждения дополнительного образования, как у нас есть в Ильском поселении, всегда раскрывают свои двери и с удовольствием работают с нашими ребятами. В этом здании всегда царит очень теплая, доброжелательная атмосфера, которая способствует развитию талантов всех ребятишек поселка Ильского. Отрадно отметить, что художественная школа имеет и отделение в станице Северской, которая также пользуется огромной популярностью среди жителей и несовершеннолетних станицы Северской. 2018 год по указу президента России Владимира Путина открывает десятилетие детства, в рамках которого все силы будут направлены на обеспечение здоровья и гармоничного развития каждого ребенка. В Ильской художественной школе занимаются ребята разных возрастов, а их работы участвуют в экспозициях краевого и регионального уровня. Давнее сотрудничество со Всероссийским благотворительным фондом «Русский детский фонд» дает ребятам возможность выставлять свои работы на различных крупных выставках. Председатель регионального отделения фонда Людмила Васильева лично приехала поблагодарить будущих художников и наградить самых талантливых ребят. Мы всегда с большой радостью участвуем в ваших мероприятиях и всегда ждем вас в городе Краснодаре, ну и вообще в любых других уголках нашего благодатного края с вашими работами.
кому сказать спасибо, конечно, не нам. Это вам надо говорить спасибо за то, что вы участвуете, наполняете наши мероприятия своими замечательными, солнечными, радостными работами. То, что вы это рисуете, лепите, творите. Вы большие молодцы. Более 50 воспитанников художественной школы получили сладкие подарки за достижения в области искусства. Поздравить своих коллег пришли ученики Ильской детской школы искусств со своими музыкальными номерами. Атмосфера праздника, улыбки, подарки и возможность проявить свой талант. Простой рецепт детского счастья. Счастье, к которому так стремятся все взрослые. Говорит и показывает атаман. Погода.